В экоцентре Воробьёвы горы состоится акция «Поможем природе вместе». Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн» и подробнее прямо сейчас. Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, акция, которая пройдет 14 марта, посвящена раздельному сбору отходов, а ее главной целью является привлечение внимания людей к уменьшению количества мусора в столице и раздельному сбору бытовых отходов. С помощью специалистов Мосприроды гости акции узнают преимущества переработки вторсырья, как улучшить экологическую обстановку в городе и научиться правильно сортировать отходы. Кроме того, все желающие смогут сдать прозрачные пластиковые бутылки, макулатуру, полипропилен и твердый полиэтилен, а также металлические изделия, стеклянные бутылки, банки и посуду, пластиковые карты и зубные щетки. В сообщении уточняется, что москвичи смогут посетить выставку «Вторичный ресурс. Ресурс для творчества», в экспозиции которой будут представлены арт-объекты, сделанные из бытовых отходов. На этом у меня пока все, а больше событий и мероприятий на сайте mymsk.online. До скорого!